Уважаемые товарищи, важное объявление, прошу минуточку внимания. Значит, 22 апреля, в субботу, в Разливе состоится международная научно-практическая конференция «Ленин. Октябрьская революция и современность». Всех мы вас приглашаем для участия в этой конференции. Значит, она состоится в Разливе. Сбор для тех, кто поедет, скажем так, коллективно, 9 часов 45 минут у станции метро «Черная речка». Отправление автобусов будет два неоплана в 10:00. Начало конференции в 11:00. Кто самостоятельно, пожалуйста, там под парковки, можно пешком прогуляться 4 километра, либо на личном транспорте. Еще, пожалуйста. По 22 апреля, товарищи, кто не поедет, на конференцию, приглашаем на митинг, который будет на площади Ленина, памятника Ленина, Кремлевский вокзал, в 13 часов. Мероприятие согласовано, так что приходите. И, пожалуйста, газеты по прошлой конференции можно взять. Значит, на четвертой полосе публикация по предыдущей конференции, так что можно сориентироваться и напомнить, как проходило в прошлом году, по аналогии будет проходить и в этом году. Все, спасибо, самого доброго.